Ну вот это старая фотография, прям я не знаю. Ну я хочу сказать, это Михалыч Галактионов, но это не он. Ну точно не Ваня Обляков. Паша Маслов. Прям лицо прям как будто видел. Доктор наш? Так, ну на этой фотографии Данил Круговой. По носику узнал. Ну, первое, собственно, это человек, который следует моде. Круг, да? Круговой? Не знаю, ну, похоже на круга. Круг? Реально круг? В детстве он покрасивее был. Чуть-чуть похож на Дивеева. Ну, хотя здесь какой-то пухленький, даже не знаю. Ладно, пусть будет Дивеев. Глаза хитрые. Нинах. Это что-то сложное. Это. Максим, может быть? Саша Максименко. Ну, пухленький кто может быть? Федор Чалов? Дивеев. Тоже это может быть. Сейчас. Даня Глебов. Дивеев, может? Евген? Я не знаю, кто это. Обляк? Ну, это Ванька, да? Обляков? А, фига себе. А, я был рядом. Так, ну это Костя Кучаев. Это легко очень. Да, верно. Это Кучай, Костя. Так, ну это я сразу, знаешь, угадал, потому что черты лица бросаются. Правда, тут шевелюра не такая, как сейчас, но это Кучка. Ну вот это я сразу отгадаю, это Кучаев. Ну это Кучай, Кучай вообще железо. А фотки, мне кажется, у всех такие в детстве были. Шапки какие-то. Так, кто это может быть? Это Саша Максименко. Так, вот это уже потруднее будет на самом деле. Мономах какой-то. Блин, что-то знакомо. О, голубь? Ваня Игнатьев. Голубь? Тогда не знаю кто. Да я не знаю, могу что-нибудь накидать. О, ну вот этого я сразу знаю, это вообще, ну это, вот этого я узнаю прям, я не знаю, из тысячи, из миллиона. Это мой пернатый друг, Даниил Уткин. То есть его нет сейчас на сборе, да? Ну давай это будет Тутя тогда. Но это нечестно все равно. Давай не будем это засчитывать, это с подсказки. Утя. Утя. Шапку одел. Шапку Манова. А, Утя. Я бы не догадался. Смотрите, здесь кони. Может быть, из ЦСКА кто-то. Не Моти это случайно? Евген, что ли? Чал? Такой миленький. На меня похож. Ломик. Моти. Голубь. Ломик. Яко Пупс. Хороший был когда-то. Карпов, что ли, какой-нибудь? Евген? Ну, это Сафон, наверное. А, все, я, скорее всего, понял, кто это. Дань Лесовой. Может, Лес? Лесовой. Без шансов. Лесовой. Лес. Вообще не похож. Лес. Не угадал. Это что за капризный парень? Ну это Леха Тутаев, мне кажется, нет? Плачет. Так, светленький, да, он, мне кажется. Макси? Так. Светленький. Кто светленький может быть? Ваня Игнатьев. Светленький у нас. Чал. Так, Дивей. Сафон. Это Евген? Почему-то сразу, знаешь, вот взгляд его, вот этот. Если это Евген, это я кувыркнусь. Евген? Ромка.
Ну, в принципе, ничего не поменялось. Он всегда так же орет и... Евген, что ли? Ну, светленький догадался. Евген. Это Евген? Похож, да, здесь похож. Ну, это глушь, скорее всего, не? Это легкая. А, ну... Это глушь, тут понятно, я с ним в этом возрасте уже был знаком. Ну, слушай, ну это Глушенков Макс, тут вообще легко. Хм. Ну это я понял, кто. Это глушь? Это глушь. О, вот это тренер, 100% тренер. Так, он светленький, кто у нас светленький? По вратарям Владимирович. Николай. Опа. Не Макар случайно? Ну это всеми нами уважаемый золотой голос Ю-21 Кирилл Жинкин. А, это Константинович. Большие гонки. Блин, фанатом его был. О, Константинович. Да? Во-первых, фотография видно, что такая старенькая. Но, во-вторых, тоже, опять же, глаза. Это Жинкин? Если честно, похож на Константиновича. Уже видно, акробатический, стойку уже выполняет. Ну, Мисут Узила я-то знаю, и Швайнштайгера знаю, и Буатенга, и Подольский знаю. Все? Всех уйду, да? Блин, тут шапки, честно, сложновато. Кого из них надо? А кто где? Где здесь Азил? Это Лужники. Сборная Германии против сборной России во времена Хидинга, что ли, получается, или кого? А это кто, первый или второй? Кто из? Кто с Азилом? Кто с Азилом? Может, Степа? Чал. Дивей. Не Дивеев? Дивей. Дивей. Так, Евген был. Дивей. Не Дивеев, это точно он. Дивеев? Какого с Уфы-то попал-то вообще? Сбежал, что ли, ради матча? А как он в Москве оказался? Он же уфимский бродяга. Здесь тоже два пацана. Блин, здесь даже, честно, не могу представить, кто это может быть. Не Кавказ, не кавказец точно. Я даже представить не могу, кто это. Наобум сказать. Это точно не Саня Ломовицкий. Тоже, что ли, Дивей, нет? Костя Кучаев. Игнатов? Карпов. Вот это ума выгляни, не надо было в эту рубрику. Он хоть тут улыбается, еще у него передние зубы есть. Но это Костя Мардашвили. Который маленький, да? Ну, конукваченный какой нет. Это Мара, Мардашвили. А, ну, так, это Костя Мардашвили. Я не знаю, честно, кто это. Ё, серьезно? Ну, вообще не похож. Здесь Калуга справа. А чё он здесь уже старый? Я даже знаю, кто это слева. Ну, это Калуга. Ну, это ладно, я думаю, это все понятно, что это Калуга. Ну, Калуга. Ну, Калуга, он еще такой же остался. Так, ну здесь стартом, ну, тоже, честно, тяжеловато. Игнат, может быть? А не повторяются картинки? То на лес очень похож. Мардашвили было проще угадать. Да я вообще не знаю, вот просто я смотрю, у меня даже этот... Вообще без вариантов прям. Стартом нарядный весь. Не Голубь случайно? Не Паша? А, Лама? Блин, сейчас знакомо. Подожди. Ну, не Коля рассказывать, нет? Может, Чал? Нет. Игнат? Да не, не знаю. Да, Карп. Сейчас. Карп? А, это же Вадимка Карп, да? Он самый? Слушай, ну тяжело было на самом деле.